Причина вытягивания растения может заключаться в дефиците света, нарушении температурного режима, неправильном поливе, чрезмерной уплотненности рассады, а также из-за избытка или дефицита полезных веществ. Если причина состоит в плохом свете, то рассаду надо вынести на балкон или лоджию на южную сторону, либо же поставить фитолампы на высоте 6 см над растением. Притормозить вытягивание, если оно уже началось, может помочь снижение температуры воздуха до 16 градусов по Цельсию. Только первое время рассада нуждается в теплой температуре, а после пикировки слишком теплая температура не позволит вырастить качественную рассаду. Днем она не должна составлять более 20 градусов. Если рассада растет в очень плотной обстановке, то она в любом случае вырастет хилой и будет вытягиваться. Если это уже случилось, надо срочно распикировать рассаду в отдельные тары. При этом стебель нужно заглубить сильнее, чем обычно. Саженец укладывается под углом 45 градусов, чуть ли не до первых листиков, а надземная часть должна быть вертикальной. Если же рассада вытягивается в своем горшке, то просто досыпаем землю, чтобы ее слой всего пару сантиметров не доставал до первых листиков. Если высоты горшка для этого не хватает, то можно продлить его пластиковыми бутылками, либо же просто пересадить в другую емкость и уже там досыпать до нужной высоты. Ну а если говорить о подкормках, то чтобы рассада не вытягивалась, нужно минимизировать внесение азота и добавлять только калий и фосфор. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.